тренировался в прошлые разы. Мы тренировали там нижнюю часть туловища. Вот. После этого не могли ходить. Так вот, ребята, после этого думаю, что вам будет сложно даже стакан в руки взять, потому что мы сегодня будем делать наши ручки. Честно вам признаюсь, вот я, например, вынослива, как, если мы говорим про пресс, я вынослива, я, в принципе, могу и 400 выпадов забабахать, то есть для меня это не такая проблема. А вот все, что касается ручек, конечно, они мне немножко слабоваты, вот как-то так, не знаю. И, в общем, мне сложно. Поэтому все упражнения на ручки мне как-то так тяжело даются. Надеюсь, что у меня есть мои единомышленники, но, ребята, надо становиться сильнее, естественно. Вот, поэтому мы сегодня будем с вами... Я хочу, чтобы вас присоединилось еще больше. Мы немножечко подождем для того, чтобы все, кто там дочищает зубы, допивает свой стакан воды. Вот. Я надеюсь, что вы не успели позавтракать до этого, точнее, или если успели, то за час, чтобы все это переварилось, вот, потому что на полный желудок это очень тяжело, ну, тренироваться, я имею в виду. Вот. Еще в прошлый раз у меня пропал эфир, потому что выключился интернет, и я очень надеюсь, что нам с вами не придется кочевать по дому моему для того, чтобы ловить 3G сегодня, я надеюсь. Значит так, дорогие друзья, пока к нам присоединяется еще народ, я хочу начать с вами с обычной нашей уже привычной разминки. Итак, поехали. Голова. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Ручки. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. Локти. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Плечики. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я бы сделала ручки еще раз, потому что надо их очень хорошо размять. Еще раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Локти. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Плечи. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим к бедрам. Круговые вращения. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Коленки. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали стопы наши. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Другая нога. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Мы немножечко размялись. Ой, ребята, что сейчас будет? Мне аж страшно. Вы знаете, я вчера, из-за того, что перемена погоды, давление, видимо, меняется, и так я себя странно чувствовала на самом деле, и настроение, и все. Я надеюсь, что сегодня уже будет полегче. В общем-то, напишите, кто тоже вчера странно себя ощущал. Ну, я не в плане болезни, естественно, а в плане, не знаю, мне во-первых, я была какая-то сонная, какая-то такая вяленькая. Вот. Я так понимаю, что из-за вот этого перехода на весну, естественно, организм сходит с ума. Надеюсь, что у вас не так. А у кого так, напишите. Будем с вами вместе с этим бороться. А бороться как? Только спортом, на самом деле. Именно спорт помогает в такие моменты, когда плохое настроение, когда вялое состояние. Вот. Ну и для того, чтобы поднять иммунитет. Мы же помним, да, что мы остаемся дома, что мы не бродим по улицам для того, чтобы этот вирус выгнать раз и навсегда из нашей страны. Итак, начинаем, друзья.
Я вам сейчас покажу, и сразу же мы начнем. Значит, мы делаем обратное скручивание плюс ножницы без передыха. Делаем мы обратное скручивание 15 раз, ножницы 20 раз. После этих двух упражнений у нас с вами идет 45 секунд отдыха. Делаем три подхода. Я вам показываю сначала, и потом мы начинаем делать. Итак, можно ручки, кстати, под попу. Вот так мы делаем первое наше упражнение, а второе – ножницы. Ну, ножницы, я думаю, все знают. Ну что, друзья, сейчас я, чтобы потом отдых нам нажать, возьму другой телефон. 15 раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. Надо как можно выше попу поднимать. Поехали, ножницы. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Да, кстати, я сейчас... Где? Где наш отдых? Кстати сказать, мы начинаем с пресса, а не с рук. Но мы сейчас немножечко включим организм наш вот таким образом. И потом сразу же перейдем к разным штукам, дрюкам. В общем, вы увидите там прикольное, очень интересное упражнение. Ой, надо перевести дух. Можно попить воды. Я сегодня уже подготовилась. У нас осталось 15 секунд отдыха, и мы с вами приступаем. Значит, когда вы делаете первое упражнение, обратное скручивание, обязательно, чем можно, выше попу. Я сама тоже должна за собой следить, потому что, на самом деле, ножки как можно ровнее должны... должны подниматься вверх. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще пять. И раз, два, три, четыре, пять. Ножницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, пятнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так. Отдыхаем, отдыхаем. Ой-ой-ой-ой. Можно так подтянуться, так растянуться. Ой-ой-ой. Ощущения, конечно, я не знаю, ребята. Наверное, я просто уже настолько кайфую от спорта, что мне чем сложнее, тем круче. Фу. Сейчас у нас еще осталось с вами 15 секунд. Мы делаем с вами третий, крайний подход именно этих упражнений. Напоминаю, у нас обратное скручивание. Ножки поднимаем вверх. Для того, чтобы вообще задействовать весь свой пресс. И потом делаем ножницы 20 раз. Милуся! Поехали! И раз, два, три, четыре, пять, о боже мой, шесть, семь, восемь, девять, десять. Боже, попробуй еще поднять эту попу. Еще пять. Раз, два.
4, 5, ножницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Я, поверьте мне, я ощущаю то же самое, что и вы, очень сильно печет. Фух, в принципе, на этом упражнении можно было бы и закончить. Но нетушки, нетушки. Сейчас мы с вами продолжим. И дальше все горячей и горячей. Мими, я понимаю, что ты хочешь гулять лапочкой. Ты видишь, я с людьми занимаюсь. Итак, у нас следующее с вами упражнение. Это боковая планка на ручке. Мы поднимаем, такая активная боковая планка, мы поднимаем таз. Если кто-то, для вас точнее, будет это тяжело, я вам покажу облегченный вариант. Но для тех, с кем, кто будет делать со мной, более сложный вариант, мы делаем это 10 раз на каждую ручку, на каждую сторону, вот, и делаем это, и 20 секунд перерыв. Те, кто делает облегченный вариант, делает 4 подхода, а мы делаем 3, вы делаете 4 подхода тоже по 10 раз и без остановки, без отдыха. Значит так, показываю не облегченный вариант. Не облегченный вариант. Итак, сейчас мы становимся в обычную нашу планку и делаем раз, два, вот так мы делаем. Для тех, кому тяжело, делать облегченный вариант, вот такой. Раз, два. Но я советую пройти все вместе с сложным вариантом, потому что все-таки от этого будет больше результат. Если вы не подготовлены, то, конечно, сделайте легче. Напоминаю, те, кто делает облегченный вариант, делают 4 подхода по 10 раз на каждую сторону без перерыва. А у нас, ребята, с вами, кто со мной, делаем 3 подхода по 10 раз. И между подходами у нас там будет 20 секунд передышечка. Поехали. Сейчас я отдых выставлю. Секундочку. Вы можете пока лечь уже. Итак. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли сторону. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдых 20 секунд. Те, кто делает облегченный вариант, вы продолжаете делать keep doing, не останавливайтесь. Так, и у нас с вами мы ложимся на другую сторону. И поехали, готовимся уже, ребята. 4, 3, 2, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли. Бок. И еще. Поехали. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, 20 секунд передых. У нас уже 2 подхода есть. Ой, это боковой прессик. Работает хорошо. Чуть ручки уже включаются. Спинка тоже немножко. Ну, в общем-то, нормально. Мы сейчас активно с вами разогреемся перед тем, как делать наши ручки. Поехали, друзья! Боковая активная планка. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. О-о-о-о-о.
Итак, мы с вами подождем тех ребят, которые делают облегченный вариант. Доделывайте, друзья. Я пока могу... Сейчас, извините, мне тоже надо перевести дух. Я пока могу... Ой, а что у меня остановилась лента? А, вот она идет. Вы же меня хорошо видите все? А ну-ка, скажите мне, пожалуйста. Все хорошо же меня видят? Все нормально? С интернетом все в порядке? Друзья, сейчас мы с вами делаем такое очень прикольное упражнение. Называется оно «Отжим волна». Вот, мы делаем с вами его 10 раз. Между ними будет 30 секунд отдыха. Оно такое энергозатратное. Там тоже включается пресс, естественно, и ручки. Итак, я вам покажу, и после этого мы начнем с вами делать. Хорошо? Так, 10 раз, 3 подхода. Мимусечка. Сейчас. Значит, показываю упражнение. Это называется «Отжим волна». Итак, мы ложимся, и потом вот так вот встаем, попой тянемся вверх. Я думаю, все понятно. Итак, нам таких нужно сделать 10 раз. После этого у нас 30 секунд будет отдыха. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, девять, десять. О, молодцы. Так, на тебе твою подушку, Валя. Молодцы, 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 молодцы. А, не успела я засечь, не успела. Ребята, знаете, я с вами общаюсь, а вот у меня лента почему-то не крутится. Я вот не понимаю, я есть или меня нет. Но вроде бы ничего не выключено, вроде бы все хорошо. В любом случае, вы молодцы. Я вами очень горжусь. Я очень счастлива, что мы с вами проводим время вместе на карантине. Я поняла, что мне сейчас очень жарко. Я на секунду пойду открою окно. Подождите. Не балуйся. Так, хватит болтать. Поехали дальше. Второй подход мы делаем 10 раз. Поехали. И раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, молодцы! Вы знаете, я хотела сказать всем тренерам, тренерам, не только спортивным, еще по йоге, да, и все, кто ведут разные такие спортивные, разные пилатесы и так далее, которые одновременно показывают вам упражнения, делают вместе с вами, одновременно разговаривают. Я вот только сейчас поняла, на самом деле, какой это труд и как это сложно, потому что ты сам делаешь, тебе самому сложно, при этом тебе нужно считать, еще как-то комментировать, где-то подсказывать, и это, я вам скажу, сложно. К этому нужно привыкнуть. Но, собственно, благодаря нашим с вами тренировкам я научусь это делать. У нас еще третий подход. Мы делаем 10 раз. Отжимание «Волна» называется. Поехали. Поехали, поехали. И раз. Два. Три.
Є-е-е! Молодці! Ми молодці з вами. І так, що у нас слідуще? Следующего у нас капец. Что? Я так не люблю это упражнение. Оно сложное. Я вам рассказываю два вида этого упражнения. Одно сложное, другое облегченное. Мы сегодня с вами будем делать облегченное, потому что я боюсь, чтобы не было никаких последствий. Действительно, это очень тяжело. Вот. Но кто хочет сложнее делать, тот делает сложнее. Итак, мы делаем с вами планку и поочередно кладем локти. Поднимаемся каждая ручка. Сейчас я вам покажу. Мы делаем с вами планку с колен. И на планке с колен мы делаем это поднятие поочередно. Те, кто хочет сложнее, делают на ровной планке, да, но на стандартной. Вот, и тоже поднимается с колен. Значит, мы с вами делаем по 10 раз. По 10 раз на каждую ручку. То у нас получается сколько? То у нас получается, в общем-то, 20 раз. Сейчас я вам покажу. Сейчас я думаю, как бы вам так лучше показать, как бы вам так лучше показать. Вот как-то вот так, наверное. Да. Итак. Делаем раз, два. Я думаю, понятно. Кто хочет себе усложнить задачу, делает ее на полноценной планке. Итак, друзья, подготовились. Мы делаем на 10, по 10 раз на каждую ручку. Потом у нас с вами 30 секунд отдыха. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Поменяли руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ух ты ж, блин. Десять. Ух! Не знаю, как у вас, но у меня горит и печет все. Эй. Так, у нас 30 секунд отдыха. Ой-ой-ой, я уже все мокрая, красная. Я думаю, что вы тоже уже запыхались. Присоединяйтесь, боже, нас так много. Я даже не ожидала, что для вас так важно вместе тренироваться. Хотя, с другой стороны, действительно мотивация для всех. И для меня в первую очередь. Я бы тренировалась бы 100%. Но так классно это делать вместе. Ну, то есть я готовлюсь, для меня важно, что у нас будет с вами встреча. Ну, в общем, это очень волнительно. Сейчас я посмотрю, сколько у нас времени. Пора начинать, друзья. Пора начинать. Делаем по 10 раз на каждую ручку. Напоминаю. Встали планочку с коленей. И поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Ох, ой-ой-ой. 30 секунд отдых. Возьмите, глотните воды. Если у вас ее нету рядом, пойдите ее возьмите. Ой-ой-ой-ой-ой. Переведем дух сейчас немножечко. И мы сделаем с вами третий подход. Я не знаю, у меня уже ощущение прям такого воркаута. И, конечно же, у меня прям пресс. Я чувствую очень сильно пресс.
уже начала потихонечку руки чувствовать. У нас там на руки еще сегодня достаточно упражнений, вот, для того, чтобы дуже швидко все робиш. Моє сонечко, вибач, будь ласка, але зараз я розбавляю, ти можеш доробити, поки я балакаю тут. Хорошо, я сделаю, постараюсь сделать немножечко медленнее, для того, чтобы было комфортно для вас. Итак, поехали. Мы делаем планку поочередно, планку с коленей, поочередно поднимаемся на ручки. Кто только присоединился, welcome. Итак, по 10 раз на каждую руку. Чуть-чуть темп сбавлю. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли руку. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не бойся, ты на меня смотришь, лапочка. Где я тебе покажу, какая ты смешная дурилка. А вот это... Подражание. Вообще не делает никаких упражнений. Кабалится все время ходит. Фу, друзья, я постаралась сделать медленнее. Я вообще, конечно, такая торопушка, если честно. Да и мне кажется, что быстрее делать легче. Итак, у нас следующее по плану. Идет планка со спины. 30 секунд. Три подхода. 30 секунд отдыха, вот, и 30 секунд мы стоим в планке со спины. Итак, я уже все выставила здесь на таймере, чтобы у нас было с вами все по 30 секунд. Сейчас, секундочку, я еще кое-что переделаю. Друзья, я надеюсь, что вы перевели дух. Фух, ага, вот. Еще, ага. Ты умничка, сила воли большая, да? Как бы, что тут сила воли-то? Это просто надо взять и сделать. А чем еще заниматься дома? Заниматься спортом. Можно, я уже говорила, перебрать вещи, помыть окна. Не знаю, убрать, взять, перебрать все, что нужно выбросить, например. По-моему, всегда, ты, когда смена уйдет сезона, тебе хочется все поперебирать, какие-то вещи, которые ты уже не носишь, например, чтобы отдать их потом кому-то. Поэтому, по-моему, всегда есть чем заняться. Я еще тиктоки снимаю, а это занимает время. Вот, ну и разные всякие штучки, дрючки, всякие сюрпризы для вас готовлю, для того, чтобы вам поднимать настроение. В карантин наш. Ну что, вы перевели дух, мы можем дальше продолжать. Потому что у нас уже время делать планку со спины. Планка со спины, планка со спины. Итак, поехали. Друзья, включаем нашу штучку. Я надеюсь, что вы готовы. А, что это сказать? Значит, планка со спины у нас идет с локтей. Кому сложно, делает на ручках. Вот так. Поехали. 30 секунд. Блин, я так тяжело держать свою вот эту попу, которая тянет вниз. Такая она у меня тяжеленькая, малышка. Стоим, стоим, стоим. Стоим. Отдых. Отдых 30 секунд, друзья. О, что-то я так прям начала
так разогрелось тело, такой воркаут, что я, ну, прям ощущаю, как мое тело становится, вот, точнее, да, становится в тонусе. Тонус появляется. Вот. Ну, как бы оно у меня и так в тонусе, потому что я все время занимаюсь, но вот сейчас прям чувствую, особенно мышцы пресса. Ой, поехали! Ой, планка. Не забываем дышать. Молодцы, еще 20 секунд отдыха у нас есть. Привет. Боже мой, ребята, вы вот присоединяетесь и пишете мне привет. Давайте вместе заниматься, а не писать. Так. Ой, 5, 4, 3, 2, 1, поехали! Попу как можно выше. Дышите животом. О! Ура! Мы с вами сделали эти планки. Ой-ой-ой! Как вы себя чувствуете? Напишите. Не сложно ли вам? Или наоборот, не легко ли вам? Ой, точнее, легко ли вам, сложно? Напишите, пожалуйста. Настя, вы умничка, спасибо вам большое. Вашку. Можем сохранить эфир, конечно. Я всегда сохраняю эфир. Вы сможете пересмотреть его и сделать вместе с нами заново. Устала, ребята, это нормально. Вот пишу, тяжеловато. Тяжеловато. Друзья мои, ну, знаете, для того, чтобы усилить, да, свою подготовку, так сказать, чтобы чуть-чуть укрепить свое тело, нужно пройти через тяжеловато. И только тогда, скажем, во-первых, будут результаты, во-вторых, ну, как бы ты будешь выносливей. Итак, у нас дальше по плану. Отжимания с коленок. Да, отжимания с коленок. Ага, по 10 раз. Итак, сейчас я вам покажу это упражнение. Оно тоже у нас будет на каремате. Мы делаем его с коленок. Опять, чтобы, скажем, сделать чуть-чуть легче. Значит, ваши ручки должны стоять асимметрично. Например, левая впереди, правая чуть-чуть сзади. Мы опускаемся, переставляем по-другому, правую уже впереди, левую сзади и поднимаемся. Это такое отжимание с коленей с асимметричными ручками. Итак, делаем по 10 раз. Я вот только не понимаю, 10 всего или по 10? Ладно, по ходу разберемся. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Да не, мы можем еще сделать. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так. И у нас 30 секунд отдых. Отдыхаем.
Тренировка супер, спасибо большое. Не сложно, прямо в кайф кому-то. Все супер, привет, привет. Когда давно занимаешься, уже не сложно. Абсолютно верно, потому что вы уже окрепли, и ну, как бы вам уже все можно добавлять. Хотя упражнения бывают такие сложные, действительно. Себя можно нагрузить, кстати, без тренажерного зала, просто находясь дома. Так, еще повторюсь, очень важно правильно чувствовать еще свои мышцы. То есть, если вы там тренируете руки, подавайте импульс в ручки, да, чтобы они, если пресс, то в пресс, думать про пресс, сюда, чтобы оно сейчас нагружалось, нагружалось, нагружалось. Итак, друзья, мы с вами делаем отжимания с колен, руки асимметричны. Просто повторяйте за мной, я буду вам считать, окей? Отжимание у нас идет с коленок. Итак, одна рука впереди, другая чуть-чуть позади. Давайте я вот с этого начну. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 30 секунд отдыха у нас. Фух. Офигенное ощущение. Особенно классное ощущение, когда ты все-таки утром это делаешь. Не в 9 утра, ребята, не в 9. В 9 у меня уже глубокий день. Например, в 6, в 7 утра. Такое офигенное ощущение. Особенно, когда ты тренируешься на улице. Или у тебя пробежка на улице. Это ощущение просто невероятное, как будто ты, я не знаю, у тебя сразу такие щечки, сразу так лицо подтягивается, не надо никаких инъекций, пластических штучек, дрючек всяких. Просто здоровое питание, здоровый образ жизни и на свежем воздухе иногда пробежки. Итак, тренировки, конечно. Поехали, мы уже что-то заболтались с вами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой, молодцы, я молодец. И все вы молодцы. У меня еще крепатура от ног, которую мы с вами в прошлый раз тренировали. Вообще такая в крепатуре вся девчонка. Я думаю, что вы тоже. И это прекрасно. Так, перевели чуть-чуть дух. Фу-фу-фу, попейте водички. Скажите мне, пожалуйста, где больше всего вы чувствуете вот сейчас? Это ручки, это трицепс, либо пресс? Напишите мне, пожалуйста, что вы больше всего сейчас чувствуете? Так, пока я жду от вас ответов, я хочу
Я хочу рассказать, что у нас следующее. Итак, дальше у нас с вами идет тоже достаточно интересное упражнение. Мы тоже по диагонали, да. Значит, мы стоим в позе собачки, и поднимаем одновременно противоположную руку ноге. Вы поняли, да? Если вы поднимаете правую, то левая ручка уходит. Я сейчас вам все покажу. Привіт, Львова, привіт, сонечко. Я дуже рада, що ти сьогодні зі мною. Сердечки, класики, тра-та-та-та-та. И никто никак не напишет, что вы чувствуете. Мне же просто очень важно. Я очень хочу понимать, что, какие мышцы у вас задействованы. Вот, потому что если вы стоите в планке с коленкой и так, вот так оттуда встаете, то понятно, что будет задействовано все. Завтра тренировки не будет. Нет, завтра не будет. Будет тренировка в пятницу. Ладно, давайте мы с вами продолжим. Итак, у нас упражнение на баланс. 30 раз и 30 секунд отдыха. Сейчас я вам покажу его. Итак, если мы поднимаем правую ручку, то поднимается левая ножка. Вот так. И, собственно, наоборот. Делаем 30 раз поочередно. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще 10. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вот тут чувствую. Ну и, конечно же, ноги чувствую вот здесь вот. Я не знаю, где вы, но я... Руки, да, чувствуете руки, это прекрасно. Так... Руки все пишут, что руки чувствуют, это классно. Но вы пресс тоже должны чувствовать обязательно, потому что все эти планки, собственно, задействуются пресс, задействуются, например, на заднем, когда стоим, задействуются мышцы спины. Вот, это тоже очень важно. Вот это место закачивать для того, чтобы держать себя. Отдыхаем. И сейчас продолжим с вами. Я вот хочу посмотреть, ничего ли я не пропустила. Вроде бы ничего. Угу. Итак, мы продолжаем с вами упражнение на баланс. Мы поднимаем поочередно левая нога, правая рука и меняем. Делаем 30 раз. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 19, 20. Еще 10. Раз, два, три, четыре. Вы же делаете там, да? 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Умнички. Угу. 30 секунд у нас отдыха. У меня вся мокрая спина, если честно. Прям вообще вон. Какое кайфуха страшная. Руки-руки. Так, ты лучшая. Спасибо вам большое, ребята. Вы тоже у меня самые лучшие. Итак, я напоминаю вам, друзья мои, что нужно беречь себя, не выходите из дому, сидите дома, потому что как раз это будет, точнее, это самый, скажем, что такое, что я уже позанималась, уже не соображаю, сейчас не выходите из дому, потому что это самый эффективный способ выгнать вирус из всех городов и стран, вот. Поехали. Но с вами остался крайний раз этого подхода. Надо сделать его очень качественно. Я хочу, чтобы вы включали мышцы, ручек здесь, ножек. Ну, в общем, делайте это, осознанно. Вот, а не просто вот так вот, черти как. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ура! О! Может, уже хватит? Не, ну, может быть, вам уже и хватит, кто-то мне пишет. Друзья, смотрите, это же зависит только от вашего желания. Никто вас не заставляет ничего делать. Вот сейчас мы закончили сами эти три подхода, и, собственно, уже хватит. Итак, у нас осталось с вами всего ничего. Это две минутки семенящего бега. Все, кто были со мной на прошлой тренировке, знают, что это такое. Это мы вот так становимся, ручки 90 градусов, и на месте мы делаем вид, что мы очень-очень далеко бежим. Делаем мы это две минутки. Для того, чтобы большого перерыва не было, давайте, собственно, прямо сейчас и начнем. Я включу... Счет. Starting session. Поехали. Каждый может выбрать любое место, куда он бежит. Я, например, на Луну. Я сегодня бегу на Луну вот так. И так быстро бегу. Не щадите себя. Бежим. Еще полторы минуты. Блин, у меня развязался шнурок. Поехали. Еще. Еще бежим. Не останавливаемся. Еще целая минута. Бежим.
30 секунд. Не останавливаемся. Давайте вместе. Да. Еще 20 секунд. Итак, я всех поздравляю. Это было наше последнее упражнение, крайнее упражнение сегодня. У нас осталась еще немножечко растяжечка, но для этого нужно чуть-чуть перевести дух. Сейчас. Ох. Очень жарко. Очень-очень жарко. Напишите, как вам тренировка. Я надеюсь, что вы останетесь живы после этого. Ну, я имею в виду, что будьте активны, потому что можно, так знаете, с утра потренироваться и потом уходить. Но зачастую это когда ты ноги тренируешь или, ну, попу там. Вот это очень энергозатратная такая тренировка. А такая должна, наоборот, дать бодрости. Так. Классно. Все пишете классно, классно, классно. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо, что вы сегодня со мной. Так, давайте немножечко потянемся. Ручки вверх. Так, тянемся, тянемся вверх, как будто нас кто-то... Кто-то нас поднимает, тянет вверх туда. Тут мы растягиваем прессик, можно чуть... Ой-ой-ой-ой. Можно в бок. Один. Во второй. Еще в один. Во второй. Ой! И еще раз. Ой, хорошо. И во второй бок. Молодцы. Теперь мы берем ручки. Делаем вот так. Видите? Вот так мы делаем. Чуть-чуть тоже нужно ручки наши растянуть. Вы только главное аккуратненько это делайте. Это должно быть плавное движение. Вторую ручку потянем с вами. Вторую ручку. Не спешите, не торопитесь. Ой, так приятно. Приятно, когда закачаешь, потом растягиваться. Класс, боже, кто-то пишет, жесть, трэш, труба, спасибо, привет из Одессы, привет. Задыхаюсь, не надо задыхаться, ребята, пожалуйста. Мне надо, чтобы вы были здоровы, чтобы вы получали от этого удовольствие. Ой, дорогие друзья, я очень рада была сегодня провести вместе с вами это утро. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и очень надеюсь, что не переусердствовали мы с вами. В любом случае, таким образом вы научитесь чувствовать свое тело, и если вдруг что, вы понимаете, что вам уже хватит, вы можете перестанавливаться. Вот. Моя просто задача сделать максимально это активно, потому что вас много, вы все очень разные, кто-то из вас много занимается, кто-то немного занимается, вот, поэтому как-то стараемся находить, скажем, баланс. Я вас очень люблю, мойте руки с мылом обязательно, без необходимости не выходите и...